Ну, всем привет, мои любители ностальгии. У нас с вами возвращается рубрика «Барахолочка». С вами, как всегда, я, Ретротех. И мы сегодня с вами приехали спустя, наверное, месяц или полтора на барахолку и будем искать интересные вещи. Так, ну, первое. Косиночек. Кассетничек интересный, но что-то он не особо так закрывается. Да и просто это обычный кассетник, никакой не Walkman или даже не Айва. Ну вот. Но кассетник — это вообще интересно. Как вы, ребята, уже, наверное, обратили внимание, у нас все меньше и меньше роликов про распаковки, потому что заниматься в последнее время телефонами становится все сложнее и сложнее по одной простой причине, что, видно, я всех настолько плотно подсадил на эти телефоны, что на досках объявлений телефонов практически нету. И приходится довольствоваться теми, скажем так, немногочисленными телефончиками, которые у меня остались, ну и которые иногда все-таки я покупаю и показываю вам. Поэтому больше переходим на формат обозревания мобильных телефонов уже, да, конкретно про какую-то модельку. Поэтому, ребятушки, всем спасибо за понимание. Вот, ну а мы потихонечку тёпаем дальше. Пока ничего интересного нету, мы уже приехали с утра пораньше. Один из наших подписчиков, Влад, уже с утра здесь был. Нормальный такой телефончик выцепил. Вот, сенсорный Samsung. Кстати, вот фотография вставил. Посмотрите, да, что сегодня один из наших подписчиков на этой барахолке нашел. Ох ты, ё-моё. Помните такие? Ruby Rose назывались. А, прикольная шняга. Были такие наборы в 90-х косметики. Так, ладно. У нас сегодня, в принципе, цель одна. Нам нужны толстые зарядки на Nokia. Ну и, возможно, что-то из телефонов. Но не уверен, что мы что-то найдем. Но, тем не менее, желание и надежда, как говорится, у нас не пропадает. Так, идемте в следующие ряды. Людей особо немного сегодня. Хотя день выходной. Вот. Может быть, от того, что рано приехали, может быть, после новогодних праздников не хотят. А почем телефон? Ой. Рабочий? Да. 400. Подумай еще. Nokia 63200 за 400 гривен зарядка. В принципе, нормальная цена, но это при условии, что если вы его берете для себя. Можно, конечно, поторговаться, но мне он ни к чему. У меня таких телефонов лежит целая гора. Мышки, 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 сканеры, клавиатуры. Ничего интересного. Ничего. Разрешите. Разрешите. Проводка, если он на пауэрбанк есть заряжена. А что это? Класс. Потом с чехлом, да? Ну, вот тут чехол 400 метров. Что можешь пленку взорвать у славянку за 350 рублей новых? Супер, за телефон я выручаю. На синюю будем. Работа на всем мала даже. А с этим что? Аккумулятор сим. 200 рублей. Сколько? 200. 200? Да. Мне послышалось вначале, друзья, 10, но когда он сказал 200, я понял, что тут не все так, как говорится, в ладах со здравым рассудком. Ну, это дело такое. Цены называют. Можно и за 1000, и за 1 000 000 продавать. Вот, но ничего не поделаешь. Особо не надо. Телефончик, конечно, прикольный, интересный. Вот.
Но... Я его на заводе ставил, блядь. Как прекрасно, когда у людей с утра хорошее настроение. Особенно, когда они вспоминают, что они где-то что-то ставили. Особенно на заводе. Блин, ребята, как я мечтал о таком фотоаппарате. Он помещался в пачку сигарет. Просто, блин. Так, мне не удалось его в свое время при себе прикупить, потому что очень быстро все-таки эта эпоха как пришла, так и ушла. О, вот этот Alcatel-чик очень интересный. Но на него не найти аккумулятор. Если бы он был в хорошем состоянии, то в принципе можно было взять. И у нас вот тут еще Samsung X670. Тоже ничего там интересного. Там вот еще телефоны есть. Много. А где? Пойдемте, вот, чемоданы. А, вижу. Какую они цену? Что вообще с ними известно? Это все, скорее всего, запчасти. Запчасти? Да. Там те, которые лежат, там по 35 от 6 штук. Ага. И вам эти именно сказать? Да, мне тоже запчасти нужны. Где-то кнопочка, где-то... Я понимаю, смотрите. Клавиатурка. Вот такой вот 40. Вот этот вот полтинник и вот этот полтинник. Так. Что еще есть интересного? Если заберете все, сделаю хорошую скидку. Если бы было бы, куда это уже все? Понимаю, верю. Самого столько, блин, лежит, а тут надо чисто какие-то запчастюшки куда-то. Да. Иногда что-то надо. И то оно никому не надо, а чисто ради себя, чтобы это не скучно было, блин, по вечерам. Да, вот тут много кто вот так набирает, чисто посидеть вечером. Поковырять. Да. Чисто поковырять. Включает? Не. А, там дисплей разбитый. Дисплей. Включается, ну, разбитый дисплей. Они вряд ли включатся. Их всех проверили уже. Здравствуйте. Уже все проверили. Можете... У меня рабочий отдельно лежат. Это рабочий или проверили? Не знаю, не проверяли еще. Их 100% проверяли. Да понятно, просто мало ли, интересно все равно. Но... Большой вентилятор. По 120. Три штуки по 100. Видеокарту здесь. Да. Ну. Да, там, в принципе, друзья, чему удивляться, если действительно большинство всего этого уже давным-давно проверено. Вот такой, кстати, интересный аппаратик. Да. Господи. А, вот так. Прикольно. Так, надо мне или не надо? 35-10. Ой, еще этот. В какую цену еще раз? 35-10? Смотрите, если вы в том количестве берете, то будет 50-50-40. Ага. Если вот этот один, то 80. Я понял. Ладно, спасибо, подумай. Пожалуйста. Фу, да капец. Я еще, знаете, ребята, не дорос до того, чтобы за нерабочие телефоны
по 80 рубасей отдавать. Это перебор. Хотя, знаете, если бы была бы рабочая плата и можно было бы использовать чисто корпус, то да. Но брать из-за корпуса, когда у меня нету платы, не очень. Ёханый ты попасть. Смотрите, новенький. Да, вот это вот, господа перекупы, конечно, работают хорошо. Молодцы. Где-то находят, и вы понимаете, что все это кто-то когда-то покупал в магазине новое и не использовал. И оно просто мертвым грузом где-то лежало. Вот это вот на самом деле очень грустно, да? Это, к слову, о том, что в каждом доме, я уверен, по-любому до сих пор стоит где-то в серванте, да, какая-то посуда, хрусталь или тарелки, которые вы в лучшем случае достаете раз в год, и то, если мама разрешает. А чаще всего мама не разрешает. Так, ладно, поехали дальше. И потихонечку, наверное, задвигаем. Двигаем на низы. И будем смотреть, что у нас там. Здесь у нас ничего интересного. С каждым днем, с каждым разом на барахолке появляется все больше и больше одежды. И все меньше и меньше какой-то интересной, ну, не то чтобы техники, да. Какой-то интересной диковинки, которую бы захотелось бы себе приобрести, да, вплоть уже до того, что продают консервацию. Вот, ну, я последнее время себя, ребятушки, словил на мысли, что я хожу на барахолку не для того, чтобы что-то купить и чтобы что-то у меня было, да, а для того, чтобы запечатлить вот эти вот старые вещи, да, ну, типа вот таких вот газет. Ёханый ты бабай. Как я обожал их читать. Да, вот что-то вот из типа таких вот газет и других фишек, которые я уверен, что я лет через 10 просто уже нигде не встречу. Но зайдя на свой же канал и посмотрев эти видосики, я могу, например, кому-то показать и рассказать о том, вот когда-то были такие-то вещи, а не просто находить картинку в интернете и говорить, ну да, типа было вот, ну что-то где-то когда-то, а они вот здесь реально лежат, бери, подходи, смотри, если надо, конечно, покупай. Ну это тоже вопрос, надо ли. Ё-моё, какие часы. Так, что у нас? О, я помню это место, у нас тут Samsung был за полторы тысячи, но сегодня тут у нас ничего интересного нету. Вообще какой-то сегодня тухлый базар. Ничегошеньки интересного, ничегошеньки, чтобы вообще заинтересовало. Вот часы, кстати, классные, янтарь, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, если бы иметь где-то дачный участок и дом, то там было бы прикольно такие бы часы повесить. Так. Носочки, всякие. О, ракетки прикольные лежат для настольного тенниса. Ух ты, часы, слышите? Асахи. Не видел таких уже, наверное, до лет 10 точно, в 90-х появлялись дешевые такие простые. Вон Samsung у нас лежит. Ой. Плохо открывается. Хотя состояние хорошее, рабочее. Да. Бабушки взяли другое. Зарядите бодро. Ой. Сигареты. Знаете, что мне больше всего неприятно? Это то, когда люди продают медали. Вот за это мне очень грустно, больно и обидно. Потому что люди за них жизнь отдавали, кровь проливали, потом и кровью добывали. Вот. Не так, что сейчас там, да, где-то можно это купить, все. А сейчас просто берут и всю историю продают.
А такую цену телефоны? Разные цены. 50-40. То тут 70, тот 50. Возьму, друзья, ради интереса. Возьму. Ой, господи. Свечника? 130 гривен. Спасибо. Друзья, вот тут вот реально очень интересно, потому что такую LG-шку я себе хотел сам походить. И тем более, обратите внимание, во-первых, она с веревочкой от Nokia, а Nokia веревочка мне нужна. Во-вторых, его состояние потрясающее, потрясающее. Телефон без преувеличения можно сказать, что ну, мало юзанный. Внутри почистить, привести его в порядок, и он будет просто как новенький. И, конечно же, чехольчик. Чехольчик телефону – это подарок. За 70 гривен такой телефон для коллекции будет то, что надо. Если вы считаете тоже, что за 70 гривен это нормально, то пишите в комментариях, что да, это нормально, или нет, это не нормально. И не забывайте, конечно, в комментариях оставлять в конце РТ, ребятушки. Мы, наверное, вводим снова рубрику «Подарок подписчику», да, «Подписчик месяца», потому что телефонов, которые я бы мог вам подарить, у меня накопилось достаточно много. Поэтому давайте в конце видоса оставляйте две буковки РТ. Так, ну и ладно, мы едем дальше. Вареницы мало, в принципе, что осталось интересного. Но ради одного телефона 70 гривен, не так уж много, интересно. Ух ты. А, собран уже. А какую цену эта машинка? 500. Блин, надо разобрать ее, а потом собрать опять, знаешь? Да, Лего, конечно, блин, сейчас дорого стоит. Ну, хорошие игрушки, в принципе, они и должны стоить хороших денег. Слишком много Китая, а хорошего всегда мало. Но я за то, чтобы все должно быть качественное, хорошее, и пусть даже его будет немножечко меньше. Но это не важно. Главное качество. Так, все, что это мы сегодня с вами? Получается, только выхватили один телефон, больше у нас ничего интересного не нашлось. Ну и ладно. Вот такая вот у нас сегодня, ребятушки, барахолочка. Вот собака в сумке. Вы видели, да? Собака в сумке. Интересно, собаку продают или нет? О, я еще вижу телефоны. Нет, мы еще не расходимся. Ох, ё-моё, конечно, жизнь его потрепала.
Влад, смотри, аккумулятор есть. Сейчас проверим. Ну, жизнь его. Потрусила нормально. Не хочет. А кто здесь? Никого. Отлично. Никого нету. Называется, бери, не хочу. У меня, кстати, есть аккумулятор. Ой, давайте возьмем, проверим. Да, да, конечно, телефон есть, конечно. Вы здесь, да? А почем вот эти телефончики? Вот красунчик. Вот покажи. Смотри. Вот это? Не-не-не, меня интересуют вот эти вот самые битые. Вот этот вот, я думаю, вас по полтиннику. Будешь? Не, по 25 возьму еще. А, ложи тогда. Даже не смотри. Они же разбитые. Даже не смотри. Если включится, возьму. Этот у вас не рабочий. Это что вы смотрите? Аккумулятор свой проверить, работает или нет. Это ж вы поняли, что? Конечно. Телефон. Что это не битый. Не, это нет, но он тоже не включается. Включится. Дома включался. Вот это проверяли, вот это. Ну и эти, само собой. Дома все включилось. Я понял, ну... Не хочет. Мой телефон. Спасибо. Не включаются. По полтиннику дорого. Ну, дома включится, конечно. Дома все включится. Дома и барахолки не будет. А, ох ты, ё-моё. То ли мне кажется, то ли смотрите, что есть. Погнали. А почем диски? Спасибо вам большое. Так, ну, хлопцы, кто реально ожидал, что под конец вот такое вот найдется, а? Слабо найти сейчас диск для Симонса, сборник программ? А? А мне нет, не слабо. Теперь он у меня есть. Так, ладно, все. Всем, ребятушки, хорошего дня. Всем ностальгии. Всем пока. Пока.